Диетологи раскрыли продукты против старения. Ну да, им правда помогли в этом ученые, которые изучали рацион долгожителей разных стран и доказали прямую зависимость между употреблением определенных продуктов и продолжительностью жизни. В первую очередь необходимо обратить внимание на продукты с наивысшим содержанием антиоксидантов. Больше всего их, естественно, в зеленом чае, который, слава богу, у Кристины есть всегда с собой. Да, я его обожаю. Ну, на втором месте оказались финики. В ягодах содержится 23 аминокислоты, которые улучшают настроение, стабилизируют психику, восстанавливают клетки и помогают правильно работать кишечнику. Да, а еще надо есть богатую витамином А облепиху. Она помогает поддерживать молодость кожи, улучшает зрение. И поскольку все эти продукты можно легко купить в нашем регионе, то сейчас вашему вниманию мы хотим показать коктейль вечной молодости. Почему бы и не соединить все эти продукты? Зеленый чай, облепиху и финики. Сделаем коктейль. Заведомо знаю, что идея плохая, но нет, давайте попробуем. Кто сказал, что идея плохая? Я, почему только вы так что? Пессимистично настроены? Итак, у нас финики. Из фиников, естественно, надо выковырить все косточки, иначе молодость будет, а зубов нет. Облепиха. Пропорции, как вы понимаете, на глаз определяем, да? Это что, лед? Будет щербет. Нет, тут еще добавлено... Давай чай. Чай будет, естественно, основополагающим. Имбирь еще у нас есть. А, там, да, немножко имбиря, но да. Это так, чисто для вкуса. То есть такой вот напиточек у нас будет. Все, зеленый уже чай, выглядит, вот, молочный, знаешь, улун. Это вот когда портится суп, мама вот выливает туда воду, и потом все это дело... Спокойно. Крис, не переживай, я попал лишь немножечко на штаны. Спасибо. Ну что? Я думаю, лучше от того, что мы перемалываем его по полчаса, не станет, поэтому... А что так мало? Ты пожалел, почему? Нет-нет, вот этот стакан, который подальше от себя, он будет твой. Пробуем. Пахнет облепихой. Очень вкусно, как я предполагала. Зеленый чай – это просто основа, в принципе, его не чувствуется. Облепиха, финики, кстати, вообще где-то пропали. Их не чувствуется. Очень вкусно. Я чувствую их на зубах. Да, но на самом деле продуктов, содержащих молодость, намного больше. И вот о них в нашем следующем материале. А это советуем вам обязательно повторить.